Да, ребят, ну вот завершился мое путешествие. Сегодня я проехал 223, почти 224 мили. И средний расход у меня составил за вот этот майлодж, как мы говорим, да, 28.1 миль на галлон. Но это получается 27 миль на галлон, это 10 литров на 100 километров. А здесь это выходит, я думаю, около 9 литров на 100 километров. Вот на таком пробеге. Это 223-224, чтобы узнать, сколько это в километрах, нужно умножить на 1,6. То есть супер экономичная машина. Я сегодня ехал и в трафике, то есть были снижения скорости, медленно ехал, но вот 28,1. А были у меня максимальные показатели, то 30 миль и точка 7, если не ошибаюсь, было на галлон. То вообще около 8 литров, наверное, машина ехала, брала на 100 километров. И покажу размер сейчас машинки, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Да, это RAM 1500 и 2018 года, полноразмерный. Турбодизель с 3-литровым двигателем V-образным итальянской фирмы. Итальянского производства, да. Фирму не знаю. Кстати, интересно, кто его производит. Да, вот мой Рэм. Видите, огромная машина. Я просто как бы шокирован этим. Именно в хорошем смысле этого слова. Супер. Вот видите, шестиместная машина с длинным кузовом. 6-футовый кузов у него. Дети играются. Полноприводная, отключаемый передний мост у нее. Подключаемый, отключаемый. Вот такой красавчик. Супер экономичный. Да, но шильдик у него так вот. У меня есть полное видео по поводу этой машинки. Просто по расходу я еще конкретно не делал. Вот так он называется, эко-дизель. Со следующего года он будет называться, машина будет называться турбодизель. То есть они в этом году, в 2019 году вы можете взять эту, в этом, это уже как бы старое кузово. Сейчас есть такое кузово, и уже 2019 года в новом обличии новое кузово. Но 2019 года в этом году, в 2019 году не производится, не ставится на них турбодизеля, только ставится на вот такое старое кузово. И эти машины в 2019 году, их называют они классик. А уже в новом баре, как американцы говорят, в новом теле, эти машины будут комплектоваться дизелями, турбодизелями с 2020 года. Ну, в конце года они уже будут в продаже. Уже и тестируют их вовсю, но в продаже будут в конце года, ноябрь-декабрь. Так что вот так.